Не будет сейчас совпадения? Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня здесь я с вами, Катя Мирошниченко, прямой эфир по дизайну ногтей с новой осенней коллекцией, которую мы выпустили специально перед холодным сезоном. Она получилась очень интересная, потому что здесь использовали нестандартное сочетание именно цвета гель-лака и очень интересная сложная композиция перламутра. Часть красок эмалевые, а часть таким вот очень благородным, красивым перламутром. Есть где сильнее, где-то не сильно ярко выражено. Итак, Nail Club. Nail Club, я имею в виду с кем-то, с другим. Никто не ведет эфир. Так, ну, поехали. Кто, кстати, уже может дать какую-то обратную связь, какие оттенки очень сильно понравились клиентам? Напишите номер гель-лака, который прям очень сильно зашел. Я сама, видите, хожу сейчас с оттенком серым и розовым, а второй оттенок это вот очень красивый, вот такой зеленый. У меня, правда, уже все поотрастало. Вот. 431. Ой, да, 431. Но у меня, конечно, фаворит 429. Я просто не могу мимо этого гель-лака проходить. Это я вчера для клуба записывала уроки для нового курса, который будет им доступен в сентябре месяце. И, блин, не могу. Вот этот цвет просто какой-то волшебный. Так. Ну, мы сейчас сделаем, понятно, что с новыми декорациями, чуть-чуть стемпинга добавим. Попробуй выйти в прямой эфир сейчас со своего аккаунта. Тут интересно, ты подключишься. Так, ну что? Так, ну стемпинг, скорее всего, будем брать вот черный и белый. Мне пригодится. Что еще? Сейчас я по пластинам гляну и по декорациям. Чем я хочу? Ну, конечно, очень нравятся классные шармиконы. Такие геометрические. С ними круто работать. Так, ну давайте, наверное, вот я вот такими цветочками еще не работала. Давайте с ними поработаем. Это у нас номер 113 цветочки, цепочки цветов. Да? А скривдиона возьми просто, выведи. Как я хочу сделать? Так. А здесь знаешь, чего нет? Шармиконы, которые вот этих шармиконов нет. Под цветочки, наверное, возьму сейчас вот этот вот вариант. Прям так и просится сделать их. И вариант, наверное, какой-то светленький. Даже, может быть, вот этот вот зелененький давайте сделаем. Сейчас я два варианта с этими цветами придумаю. Сейчас буду делать быстро. Тогда попросите, ну, надо проверить, что там с моими настройками. Видимо, что-то не то. Из вашего телефона, из этого, из рабочего? Да, не там не выходит. Так. Так, сейчас мы сделаем быстренький градиент. Ну, цвета, кстати, здесь, которые светлые в этой коллекции, потому что здесь есть и очень темные, и средние по плотности, есть светленькие. Вот светленькие между собой в быстрые градиенты складываются. Так, сушу. Так, а для второго варианта
Мы не сразу будем делать покрытие, мы сначала приделаем шармикончики. Как раз то, что у меня на руках сделано. 430-й мой любимчик. А, да, необычненький тоже цвет. Горчичка. Это, знаете, как вот бывают цвета, которые просто модные, а есть цвета, которые трендовые. Так вот, горчичка, это называется трендовым. О, мне пластины новые принесли. И стемпинг уже вышел. 12-й. Блин. Сюрприз. Так, и вокруг буду сейчас заполнять гель-лаком. Можно, кстати, сделать, чтобы они были компаньоны. Блин, как бесит эти все типсы подпиливать. Чего я их заранее не подпиливаю никогда. Конечно, трансляция, она сразу же сохраняется. Так. И... Не, не будем компаньоны делать, надо вот такой попробовать, показать вам. 425-й. Очень красивый оттенок. Здесь, правда, на розовом типсе розовый так особо не виден. Я хотела, чтобы эта дырка отличалась по цвету. Так, ладно, я сейчас другой цвет возьму. Значит, возьмем сейчас серый. Красивый цвет. Сейчас просто для дизайна на розовой типсе розовый не очень виден. Так, наносим топ-слайдер. Делаем основу для приклеивания. Основа для приклеивания. Так, серенький. Во. Сейчас я как раз новые пластины вам покажу. Знаете, когда начинаешь мастер-класс по дизайну показывать новыми декорациями из нового сезона, у тебя разбегаются глаза, ты понимаешь, что в твоей башке куча идей, и сделать там за 30-40 минут, конечно же, нереально все. И думаешь, что бы выбрать, и то будет классно показать. Слушай. Так, суши. А? Выше. Я его скинула сразу. С вашего аккаунта. А как я? Ну ты видела, я сейчас и новый подключала. Это типа знак, что нужно сегодня было выходить только. Я подключила, если подключить через вот этот вот. Вот здесь вот я подключила через вот этот, через нифер. Вот подключение. Короче, принеси воды мне для слайдера. Так, мне очень нравятся вот эти гирлянды. Они какие-то просто офигенные. Смотрите, я сейчас макушки вот так обрезаю. Сейчас мы с этими цветами разные варианты наделаем. Так, водичку опускаем. Водичка. Так, сделали. Вообще прикольно эти цветочки делать просто на камуфляже, либо на прозрачных ногтях. Вообще без света, без подложки, без ничего.
или еще четвертый вариант. Сейчас. Ну, просто такие очень деликатные цветочки, нежные, и вот прям лучше всего, чтобы от них ничего не отвлекало. Потому что вот я сейчас понимаю, что когда на цвет делаешь, вот, ну, не видно красоты этих мелких цветочков. Ну, сюда бы сейчас вот классно просто маленькие ноготочки какие-нибудь с единичечкой, какой-нибудь полупрозрачный камуфляжик, и все, и только эти цветочки, больше ничего. Вот работ. Все, и теперь Т-класс. И сюда в центр что-нибудь из шармикончика сейчас. Так, сушим. Т-класс прям желательно пересушить хорошенечко. Так, стемпинг. Давайте цветочный, раз уже пошла такая тема. Смотрите, две пластины, они на сайте уже будут с 8 числа. Здесь получаются вот такие принты, и геометрия, и анималистика, и в стиле что-то брендового маникюра, да, и абстракция всевозможная. А второй вариант такая флора. Вот, и здесь флора, она абсолютно разная может быть, и листики, и цветы. Можно сделать и флористику осеннюю, прям ярко выраженную. Сделать что-то просто романтичное, нежное. Потому что принты на ногтях зимой, они имеют место быть, когда это просто сделано в гамме, в подходящее, и все. И здесь не нужно бояться флористики осенью и зимой. Абсолютно в контексте может быть. Вот, потому что даже если мы возьмем гардероб, там платья осенние, зимние, блузы или еще что-то, может встречаться тоже принт, когда вроде как осень-зима, но тем не менее он цветочный. Вот. Ну и опять же мы всегда говорим о том, что сейчас такая тенденция, что ногти, их не делают вообще под что-либо. Ногти живут такой, знаете, самостоятельной жизнью, особенно если клиент вообще носит очень такой бесцветный, нейтральный гардероб, то на его фоне такого скучного гардероба, однотонного, яркие, например, ногти какие-то нестандартные, даже еще круче смотрятся, да, своеобразный акцент. Значит, пластины две, они будут с 8 числа на anyshop.com. Ну и, соответственно, примерно в это же время появится и у дистрибьютора. Так, здесь давайте что сделаем? Что? Не знаю, вот что. Короче, перекрываю сейчас Т-классом. Значит, слайдером будем после работать. Сушим. Можно взять, например, вот этот лист, кстати, отпечатать. Тогда цветочки будут как-то в контексте, что я вовнутрь буду клеить, да? Можно вот это, что-нибудь такое. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, что мы добавим ко второму варианту? Ну, здесь прямо для этого варианта подходящих особо шармикончиков нет слова. Все они больше для такой вот прям абстракции. Можно взять из предыдущих шармиконов, которые у нас выходили, например, летом. Там, кстати, очень много надписей таких романтичных, которые будут подходить под эти цветочки. Прям хочется вот так вот просто. И все.
Берем и перекрываем финишем. Сушим. Так, стемпинг. Давайте белый возьмем, чтобы сильно в глаза не бросалось. Сделано. Теперь, чтобы оставить вот это кольцо, кстати, даже и так красиво, то, что шармикон сквозь просвечивается. Блин, мне даже так и нравится больше. О, давайте это останется у нас готовый вариант дизайна. Все, даже сюда ничего дополнять больше не хочу. Я просто хотела в это кольцо, в это отверстие добавить вот так цветочков. Сейчас понимаю, что все это готовый вариант. Ну, прикольно получился. Можно с этой темой, кстати, поиграться. Сейчас мы еще сделаем один вариант. Так, делаем вот так. Так, также клеим по центру окошечко. Смотрите. Здесь вот эти отверстия, они полые, поэтому снимать очень осторожно надо. Нельзя вот так одним движением, что он моментально порвется. Все сделали. Какой бы цвет взять? Давайте два оттенка. Возьмем прям в градиенте. Сделаем раз, например, и вот этот зелененький два. Более здесь градиент будет легко сделать, потому что место там, где будет сам градиент, его мало очень. Сначала посмотрите, обычно мы же сразу выкладываем для вас эфир. Я эфир закончила вести, его же тут же моментально выкладывают. Юля, да? Дай мне кисточку тонкую. Так, сейчас мы тонкой кисточкой после полимеризации подведем чуть-чуть поближе. Какую кисточку? Тонкую. У меня? Да. Так. Вот эти два светленьких получились, смотрите. Как мне вот это нравится. Прикольно. Так, как я и хотела. Давайте вот так просто на ложке сделаем, на прозрачной. То, что я хотела слайдеры с цветочком посадить вовнутрь. А!
только что вам сказала, не порвите. Короче, нельзя снимать одним движением. Надо снимать несколькими движениями. И не приклеивайте сразу. Сначала вот наживите прям. Наживили, а потом уже разравниваете. Так, сейчас нанесем с вами. Давайте на прозрачный просто стемпинг. Здесь без цвета делаем. Смотрите, вот прикольно будет, когда вообще ноготь натуральный, ильный, и в ВКонтакте. После звонка телефона. Сегодня мой день, короче. Так. Нет, оно как бы запись сейчас пройдет, но людей сейчас повыбрасывает. Это особенность. Так, здесь перекрываем, смотрите, теклосом. Я не стала делать второй слой и даже дорабатывать вот границу. Я сейчас просто перекрою сразу теклосом. Так, что это с фокусом? А здесь давайте сделаем вот этот стемпинг. И тоже белый возьмем. Теперь у меня фокус исчез. Что такое? Так, и делаем быстрыми движениями. И там стемпинг. Сейчас только два разных варианта. Сделали. Посмотри, у меня нет фокуса, да, сейчас ВКонтакте. Ничего не пойму, что не так. А, все, настроилась, да. Так, а для второго варианта... Ну, смотрите, вот я сейчас этот вариант дорабатывать буду. Но вообще вот оно прикольно даже вот так. Необычно. Блин, может оставить? Не, не будем оставлять. Смотрите, что я хочу сделать. Берете теперь... Т-классом. Нет, короче, оставим так. Все, мне нравится так вариант дизайна. Зачем здесь еще что-то градить? Уже красиво. Короче, то, что я хотела с отверстием сделать, сделаем еще в следующий раз. Так, а здесь мы возьмем... Ну, давайте вот такой вариант. Так, здесь можно взять ушную палочку, смотрите, и протереть как раз вот это отверстие, куда я все же хочу эти цветочки наклеить.
Ну, прям хочется, чтобы вот это кольцо золотое осталось золотым. Так как мы до этого с вами наносили трепласт, то все находится сейчас под финишем. Все. Во. Прикольно. А теперь наносите топ-слайдер. Наносим топ-слайдер, сушим. Можно было бы сверху, например, еще добавить колечки. Да, тоже было бы прикольно. Смотрите. Взять вот так вот поперек, который поменьше размером. Вот. Сушим. А здесь, например, вот этот цветочек как раз в дырдочки посадить. Вот, а цветочки здесь в дырдочки. Они мне как раз больше нравятся, когда они без фона, без ничего. Просто на прозрачку. Пусть будет один цветочек. Так, водичка. Во. Вот они как сухоцветы смотрятся. Ультрабонд. И можно, кстати, перекрыть все матовым финишем, да, например. Матовый финиш. Перекрыли. Все, а сердцевинку как раз сделаем глянцевым. Берете теклос куда-нибудь на отдельное место. Сейчас я кисточку помою. Это неправда, как на прозрачке, когда лежат эти слайдеры, они как сухоцветики выглядят. Вот поэтому, вот кому нравится сейчас работать с сухоцветами, вот попробуйте этот слайдер. Он очень милый. Он очень милый. Еще раз напомню, что это был за слайдер. Это дизайн номер 113. Называется «Цепочки цветов». Все, давайте сейчас подведем итоги, что у вас сегодня в итоге. Эфир я прямо сейчас выложу. Так. Поэтому, кто пропустил начало, посмотрите с самого начала. Я сегодня работала только новыми материалами. Это то, что есть уже на emishop.ru.
кроме пластин. Пластины будут уже с 8 числа. Все, всем большое огромное спасибо. Пока-пока.